Томат черный ананас. Индетерминантный, высокорослый, среднеспелый. Сорт исключительно для теплиц. Формировать лучше в 2-3 стебля с обязательным посынкованием и подвязкой к опоре. Плоды массой 150-500 грамм, плоскоокруглые, с небольшой ребристостью, многоцветные, состоящие из перемешанных оливково-желтых, красно-бордовых, розовых, оранжевых и коричнево-черных оттенков. Мякоть мясистая, сочная, сладкая, ароматная. Томат имеет растянутый период плодоношения. Урожайность высокая.